Мотя, ну куда ты на голову, куда ты залезла на голову, слезай оттуда. Мотя, слезай. Деля, а тебе куда нужно? Иди уже. Девочки, блин. Мотя, мне места на диване не осталось. Матрёша. Вы лошади. Лошади. Лошади Пржевальского. Так прекращайте вот это вот. Матрёна, прекращай. Все, все, иди, Деля. Иди, все. Мотя, задушишь. Мотя, ты меня задушишь, я говорю. Ты слониха, Мотя. Мотя, ничего, что у тебя больше 10 килограммов. Иди, тяжелая. Вот так вот. Вот так вот на преодоление. Это ужас. Матрёша. Вот такое вот, вот такое вот собственница лежит и давит меня. Мотька, кто собственница? Мама твоя собственность, да? Как ты без меня будешь жить 3 недели? Как? Ну как ты будешь без мамы, скажи мне. Давай я тебя в чемодан запакую, возьмем тебя с собой, да? Возьмем тебя с собой. В чемодане. Поедешь с нами? В чемодане. В чемодане, Мотя. Ну все, моя собака. Моя. Ну все. Да, вот так, вот так. Мотя. 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 Ты Патрикеевна. Все, я тебя тоже люблю. Тоже тебя люблю. Тоже. Ай, все, слезай. Ты слезаешь? Слезай. Тебе не жарко вот это? Все, кто линяет? Кто линяет? Вот это кто линяет? Я ж тебя чесала. Что это такое за шерсть? Вот куда мы эту шерсть денем? Куда? Слезай, иди на пол. Мотя, на пол иди. Где Деля на полу? Ты иди на пол. Слезай. Слезай. Мотя, кому говорю? Ну слезай! Глянь на нее. Давай, 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 слезай. Представляете? Такая прищепка. Толя. Толечка. У нас здесь прибавилась еще Талечка. Еще Таля прибавилась. И Мотя очень раздражена по этому поводу. Талюся. Вот такая Талюся у нас еще. Талюсечка у нас еще. Да, Талечка? Толечка. Ой, 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 мама. Чем мы занимаемся? Пересматриваем видео Дуброва-Комарова. Две девушки-путешественницы. Про их путешествие в Черногорию. Почему пересматриваем путешествие в Черногорию? Думаю, вы догадались. Потому что мы таки с Анютой определились. И выбрали для себя такой приятный отдых, тихий, спокойный, с лечебным воздухом. Ну и бюджетный тоже, нужно сказать, что актуально. Отдых в Черногории. Вот так вот. Решили мы остановиться в одном месте, но зато на 3 недели. Вот, с минимальным количеством переездов, потому что Аня не очень хорошо по состоянию здоровья, а много ездить ей сейчас все-таки рискованно. Дорога в Черногорию будет занимать много времени, 36 часов, 38 часов в одну сторону. Ну, сейчас вот так, к сожалению, выезд будет из Киева. Вот, и обратно, соответственно, столько же времени, да, поэтому, раз уж столько времени мы посвятим дороге, то тогда, чтобы хоть было ради чего ехать, поэтому у нас будет 21 день, по сути, 22 ночи, да, и 21 день на отдыхе. Вот, очень тяжелый переезд, я так понимаю. Вот, но зато
Настоящий полноценный отпуск, как положено. Едем на Адриатическое море, едем в горный поселок Свети Стефаний, по-моему, да, Свети Стефаний. Это как раз там, где вот там какой-то такой остров миллионеров. Ну, мы, конечно, не едем на остров миллионеров, но будет у нас номер с видом на остров миллионеров, да. Вот, ну, хотя бы полюбуемся на миллионеров. Вот. Но главное это море, главное это горы с соснами, с черными соснами, с черными белками. Главное это тишина, потому что поселок находится в тихом, спокойном, уединенном месте. Вот, ну и начинается подготовка к нашему отпуску. Пока еще рановато, как бы, да, рановато говорить о выезде. Планируется выезд 8 числа из Киева. То есть у нас еще больше недельки времени. Но, знаете, оно летит быстро. Оно летит быстро, а еще много чего нужно сделать. Поэтому пока пересматриваю видео Дубровой Комаровой. Они классные путешественницы. Одна, значит, две подружки, одна помощник режиссера, другая артистка. И я часто смотрю их видео, которые касаются именно путешествий. Они там всякие полезные лайфхаки рассказывают. И 3 года назад они ездили в Черногорию, у них там были классные видео. Так что пересматриваю сейчас этих девушек, да, изучаю, так сказать, тактику, где там и чего, и как сэкономить. Вот, потому что, ну, как бы, ну, немалый бюджет, конечно, ну, ничего, ну, где наша не пропадала? Буду работать, ну, а что делать? Вот, с мамой договорилась, мама приедет, будет у меня на хозяйстве, с папой тоже договорилась, папа маму отпускает, ему же тоже предстоит остаться самому на хозяйстве, поэтому договариваться надо было с двумя. Вот такие новости у нас. Вот, за эту неделю закончу все свои дела. Ну и готовьтесь, мои хорошие, потому что вы же понимаете, в Черногорию мы едем всем каналом, ну по-любому. Поэтому примеряйте новые купальники, девчонки. Будем купаться. Ну, до новых встреч.